Всем привет! С вами Катя, и я рада приветствовать вас на канале экспертного агентства Whitewell. 2023 год подходит к концу, но старт интересных проектов в сфере недвижимости только начинается. Поэтому сегодня мы подготовили для вас подборку лучших стартов конца осени 2023 года, начала 2024. Открою секрет, некоторые проекты, о которых я расскажу в этом видео, только вышли или совсем скоро выйдут на рынок, и у вас есть возможность приобрести интересные варианты. И первый объект нашей подборки – проект Joyce – квартиры премиум-класса в Хорошовом Мневниках от компании MR Group. Дом располагается в удобной локации между деловым центром Москвы и природными зонами западной части города. В 5 минутах ходьбы – станция МЦК Хорошова и в 10 минутах – новая станция метро Звенигородская, которая откроется в 2027 году. Внешний проект выглядит впечатляюще. Корпуса Joyce выполнены в виде 4 жилых башен плавной формы. И расположены они так, чтобы каждый резидент мог любоваться видами на исторические и природные достопримечательности из окон квартиры. Благодаря уникальному дизайну фасадов и панорамным окнам в жилых пространствах всегда много естественного света. Для покупки доступны квартиры как типичной планировки, так и эксклюзивной с приватными террасами и лоджиями. Каждый найдет себе вариант по душе. Территория дома понравится любителям природы и активного отдыха. Здесь много деревьев, кустарников, цветов, спортивных площадок и тренажеров. Также здесь предусмотрены услуги консьержа, в шаговой доступности приватная инфраструктура. Все квартиры сдаются с базовой предчистовой отделкой, которая включает в себя коммуникации со всеми разводками, наличие выключателей и розеток, и стяжку. Площади начинаются от 37 метров за студию до многокомнатных вариантов площадью почти 200 квадратных метров. Цена квартир начинается от 443 тысяч за квадратный метр. Следующий объект нашего обзора – это впечатляющий проект бизнес-класса Enjoy, расположенный на севере Москвы в Войковском районе. Этот квартал будет создан в рамках развития территории на улице Адмирала Макарова. Первые корпуса планируют вводить в эксплуатацию в 2027 году. Проект Enjoy от компании Inград предлагает яркие решения и нестандартный подход к архитектуре. Он успешно сочетает изысканность, комфорт, сохраняя дух мегаполиса и создавая приватную обстановку. Квартал будет отличаться высоким качеством благоустройства. Здесь появится живописный бульвар, уютный променад, зона для спорта и выгула домашних животных, детские площадки, а также площадь для проведения общественных мероприятий. Первый этап проекта включает строительство около 136 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь будет 10 секций переменной этажности, предлагающих более чем 1500 квартир и паркинг. На выбор 203 типа планировок, включая 37 квартир с террасами и 24 пентхауса. Кроме того, в квартале будет работать детский сад, школа и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Цена метра начинается от 324 тысяч рублей. Третий проект нашей подборки – клубный дом «Дуо» делюкс-класса на Софийской набережной. Проект с 200-летней историей, архитектуру которого создало итальянское бюро Марко Казамонти. Камерная инфраструктура, обособленный двор и все это в 700 метрах от Кремля. В проекте всего 49 лотов, из них 5 пентхаусов и 2 двухуровневые квартиры. Стоимость метра начинается от 1 миллиона 440 тысяч рублей. Интересный факт – в этом доме в разное время жили и останавливались такие знаковые личности, как художник Иван Крамской и Василий Поленов, писатели Лев Толстой и Дмитрий Мамин-Сибиряк, композитор Петр Чайковский. Ставьте лайк, если бы хотели жить в доме с такой историей. Следующий проект бизнес-класса в нашем подборе – 12. Он находится в уютном Нагорном районе Москвы. Этот район является одним из самых спокойных в столице и расположен в динамично развивающемся Южном автономном округе. Здесь можно найти все необходимое для комфортной жизни – от торговых центров до горнолыжных склонов. Рядом находится множество зеленых зон отдыха, таких как Коробовский сад с прудами, долина реки Коршуниха и парк Сосенки. Проект имеет авторское благоустройство, стильные и просторные входные группы, а также благородные лобби с высокими потолками. В коллекции планировок представлены функциональные студии, а также пятикомнатные евроквартиры с возможностью их объединения. Фишка проекта – это квартиры с мастер-спальнями, а также угловое и панорамное остекление от пола до потолка. Все квартиры предлагаются без отделки, чтобы вы могли создать интерьер своей мечты. Стоимость метра здесь начинается от 297 тысяч рублей. Следующий проект на очереди –
это многофункциональный комплекс апартаментов Emotion. Проект с футуристической архитектурой включает в себя 4 корпуса, которые вместе формируют городскую скульптуру. Корпуса зданий создают сложный объем, который с определенного угла представляет себя как единое целое, а динамичный дизайн раскрывается в нескольких плоскостях. Помимо апартаментов, в проекте есть собственный спа-центр с открытым бассейном и панорамными видами на столицу, офисный центр с конференц-залом и амфитеатром, подземный паркинг, кафе, супермаркет, а также приватное общественное пространство для резидентов, где можно организовать частные и детские мероприятия, проводить досуг, заботиться о своей красоте и здоровье. Месторасположение дома – северо-запад Москвы, район Хорошово-Мневники, всего в 600 метрах от набережной Москвы-реки. Близость к 4 крупным транспортным развязкам и станциям метро обеспечивает отличную логистику. Emotion предлагает широкий выбор планировочных решений, от эргономичных евроформатов и уютных студий площадью от 18 квадратных метров до просторных 4-комнатных апартаментов площадью 155 квадратных метров. В некоторых вариантах также предусмотрены террасы и французские балконы. Во всех апартаментах предусмотрено панорамное остекление. Стоимость метра начинается от 395 тысяч рублей за квадратный метр. Еще один интересный проект – дом Зорги. Это дом бизнес-класса в престижном районе Сокол с исторической сталинской застройкой. В шаговой доступности станция метро Зорги и объекты инфраструктуры. Крупные торговые и развлекательные центры, спортивные комплексы, стадионы, медицинские и бизнес-центры. Рядом с домом множество зеленых зон – сады, скверы, парк Березовая роща. В проекте можно выбрать квартиры различной планировки. А сдается дом в отделке White Box, но при желании можно дозаказать отделку. Плюсом дома является тихий и спокойный двор. Что касается стоимости, она начинается от 395 тысяч рублей за квадратный метр. Ключи выдаются в первом квартале 2026 года. Следующий проект не совсем обычный. Это премиальный офисный квартал Стон-Ходынка, который состоит из 3 офисных зданий. В последнее время мы замечаем спрос наших клиентов на офисное здание, особенно когда есть возможность приобрести офис 30, 40 или 50 квадратных метров. Это хорошая альтернатива квартире под сдачу. Квартал находится в центре инфраструктурного окружения Ходынского поля и выходит в современный ландшафтный парк. Полная линейка предложений офисных площадей от 70 квадратных метров, их можно приобрести как для инвестиций, так и для собственного бизнеса. Проект обещает рост цен до 50%, поэтому получается выгодная инвестиция. Цена за метр от 330 тысяч рублей за квадратный метр. А теперь перейдем к секретной четверке. Это проекты, которые вот-вот выйдут на рынок. Дом Франко. В центре Москвы, в Большом Кисельном переулке, бок о бок со Сретенским монастырем, готовится к старту элитный дом, который будет состоять из 2 корпусов. Фасад из натурального камня и декоративных стеклянных кирпичей фальконье. Пешая доступность ко всем историческим локациям столицы. Большой и малый театр, опереты, гостиница «Метрополь». В доме представлено всего 135 квартир площадью от 63 до 263 метров. На первых этажах расположены квартиры с прямым доступом к приватному патио с частным палисадниками и закрытой живой изгородью. А верхние этажи занимают просторные пентхаусы. Стоимость метра начинается от 1 188 тысяч рублей. Еще один интересный жилой квартал – это Северный порт. Не совсем обычный проект, так как он находится в 50 метрах от канала имени Москвы. У жильцов будет собственная набережная, станция метро «Речной вокзал» в 10 минутах ходьбы, парки в пешей доступности. Жилой квартал включает в себя 7 монолитных корпусов, на территории собственный детский сад и школа. Старт продаж уже скоро, и вы сможете забронировать понравившийся вариант. Если вам интересно узнать больше информации о проекте до официального старта, оставляйте заявку по ссылке в описании к этому видео. Последний проект в нашей подборке – «Ново» от застройщика «Самолет». Это дом премиум-класса в престижном экологически чистом районе Раменки. Он состоит из 6 корпусов и находится в шаговой доступности от парков долины реки Сетун и парк Победы. Вы можете купить как классическую квартиру, так и квартиру с террасами или пентхаус. На выбор представлены варианты площадью от 29 до 174 квадратных метров, чистовой отделкой и встроенной кухней. Высота потолков начинается от 3,2 метров. Вот такая подборка у нас получилась. Какой проект вас зацепил? Поделитесь своим лидером в комментариях. Помните, что самые лучшие предложения раскупают в первую очередь, поэтому стоит поторопиться. Выбрать для себя идеальный вариант по месту, цене, инфраструктуре и множеству других нюансов поможет наше агентство. Чтобы подобрать квартиру мечты, переходите по ссылке в описании. А с вами была Катя, и помните, что если недвижимость, то Свайтвилл.